Это «Давеча», и мы продолжаем. На улице Песочной в Чистых прудах ограничено движение транспорта. Там началась прокладка напорной канализации и водопровода. Работы будут проходить в несколько этапов, сообщили в мэрии. Первый начался у дома номер 44. Далее ограничения движения коснутся участков у домов номер 40, 36, 33, 29, 19 и 9. Работы продлятся до 3 февраля. Водители просят быть внимательными и обращать внимание на предупреждающие знаки.